особо ни на что не наде... Как? Ну как это работает? Ну что, ребятухи, всем огромный привет, ну и как вы сами знаете, у нас роялю исполнилось 2 года. Да, ребята, не сказать, что это юбилей, но все же это день рождения, и в честь дня рождения этой самой игрухи разрабы нам сделали, ну не сказать, что прям мега жирный, но все-таки очень даже приятный подгон, который выглядит вот таким вот образом. И как вы, ребятухи, сами знаете, у меня есть действительно довольно большое количество аккаунтов, на которых мы сегодня с вами все эти сундуки откроем, и очень сильно надеюсь на то, что легендарный все-таки поймаем. Поэтому, ребят, что могу сказать? Давайте будем начинать. То есть сегодня ни каточек, ничего не будет. То есть, по большому счету, онли открытие сундуков. Такой выпуск у нас с вами, правда? Я считаю, очень давно не было. Ну и, в принципе, погнали. Чего уж, как говорится, тянуть время. Кстати, вот это вот дело... Обязательно тоже берем, а халявное золото можно забрать. Ну и в принципе, раз у нас сегодня видосян по открытию сундуков, погнали также эпический сундук купим в магазине, посмотрим, что выпадет оттуда. Так, ребятухи, немножко големов, стражики, боулер и... Слушайте, ну далеко не самый на самом-то деле плохой сундук, в принципе, драпецкий более-менее ничего. Фух, ну что... Погнали тогда открывать вот эти вот наши бесплатные, хотите воспользоваться специально? Ну, естественно, хочу. Опа-на, ты гля, анимация. Ну, все, короче, по красотулечке. Доступно 5 из 5 замен. Это что за... Не понял. Ну, окей. 103 карты орды миньонов. 20 карт печки. 2 гоблинские бочки, слушайте, неплохо. Выбери колоду для замены или пропусти. Пропуск. Не понял, что за колода, о чем речь, ну как бы, окей, вообще пофиг. Ну что, next тогда, ребят, сундук магический, он уже поинтереснее, и отсюда легендарка уже выпадет с большей вероятностью. Если, конечно, вообще выпадет, поэтому погнали открывать его. Так, хил, собственно, благодарочка, 4 надгробия, 31 рыцарь, кстати, вот это вот неплохо, 9 коллекторов, почти, кстати, доступен к прокачке, фаербол, и, к сожалению, ребята, нет. Эх, нет, в этом сундучке у нас сами легендарки, ну да, как говорится, и ладно, бог с ним. Зато, можем собрать теперь квест вот таким вот образом. Конечно, награды с квеста нам не хватит, чтобы открыть эпический, именно сейчас, но в будущем, естественно, откроем. Ну что, ребятухи, давайте тогда ставлю ролик на паузу, переношусь на мой второй аккаунт и там сделаем точно такое же открытие. Полетели. Ну что, ребятухи, я тут залетел, второй аккаунт, ну и давайте прочекаем, что у нас с вами выпадет на брюлике. Очень сильно хотелось бы поймать что-нибудь интересное, поэтому что сказать, ну, погнали это самое дело ловить. Вот они наши сундучки, также собираем вот это вот халявное дело, начинаем, ну, в принципе, если честно, ничего прям мега интересного в магазине нет, поэтому особо внимание заострять не будем. Так, давайте, ребят, кинем запрос, запрашиваю я тут ледяного голема, да, вот таким вот образом. В квестах тоже у нас, ребят, немножко сундучков, эти сундучки мы открываем прям мега быстро, потому что ничего прям сверхинтересного в них нет, и переносимся уже прям, ну, к такие по-настоящему годным сундучкам, поэтому полетели чекать, что находится внутри. Так, ребятухи, немножко голды, получается 103 карточки бочки со скелетами и 20 хогов, и также вдобавок, слушайте, очень таких достойно, на самом деле, сундук, если бы еще... Слушайте, а что будет, если нажать вот сюда? Я понял. Теперь я понял, что дает эта замена. Так, мышей я тогда, ребят, себе оставлю. Торнадо, можно что-нибудь поинтереснее заменить? Нет, нет, что-нибудь другое. Нет, тоже не это, пожалуйста. Надо было оставлять палача. Я не знал, как работает эта тема. Земля мне пухом. Так, ладно. Будем теперь знать, натуре на будущее эта инфа пригодится, ну и погнали открывать примагически, в надежде на легендарку, что называется, поэтому полетели. Сборщик эликсира, собственно, таким вот образом залетает. Так, бочка со скелетами, генераторы... 7 адских, нет, мало, мало, ребят, редких карт, откуда думаю, блин, а на самом-то деле вроде бы почти все обычные выпали, думаю, мало ли сейчас лего падает, блин, конечно, редких тут на самом деле поделило довольно прилично, ну да, в принципе, ладно, потому что попыток у нас с вами еще предостаточно, поэтому, ребята, переносимся на мой третий аккаунт, тот, что под с ютаба, ну и откроем там в надежде на лего, полетели. Ну что, ребятухи, я тут перенес мой, получается, третий аккаунт, тот, что под с ютаба, ну и погнали, короче, по-быстрому вскрываем все вот эти вот мелкие сундучки, типа серебряных, так, ага, я думал, у нас там бесплатный будет, ну нифига, там голдишка. В принципе, неважно, я думаю, не так-то, в принципе, и значимо это. Окей, ребятухи, кидаем запрос, давайте, я не знаю, на тот же самый разряд, и, в принципе, переносимся в магазин, в котором нас с вами ждет вот это вот дело. Так, немножко гемов халявных, почему бы и нет. Ну и, в принципе, пацаны, я думаю, настало время. Один сундук с молнией и магически полетели в надежде на что-нибудь по-настоящему годное. Погнали. Так, голдишка, гоблины, которых я, наверное, заменю, колдун, которого я также заменю, и шар. Все, пацаны, погнали менять, нам нужно... Натуре что-нибудь годное. Так, вот
Я пытаюсь, как вы сами видите, менять тут все, но пока что-то вообще нифига годноты. Можно, пожалуйста, Хога поймать? Я бы был прям, ну, мега доволен. Я понял, пацаны. Короче, окей, Хог нам не светит. Ну да, в принципе, ладно, бог с ним. Я думаю, не так страшно. Погнали открывать магический сундук, потому что, ребят, самое интересное сегодня магический, так как там есть варик выбить легендарку, ну и на нее я надеюсь, поэтому полетели. Так, элитосы, мини-пека, печь, Я понял, друзья. Не, ну Лего сегодня выбить это на самом-то деле целый челлендж. Ну окей, будем пробовать, как говорится, попытки, как говорится, трае еще есть. Все, друзья, переносимся уже на мой 4-й аккаунт и посмотрим, что получится там. Погнали. Так, ребятухи, вот я вернулся, и это мой 4-й аккаунт, тот, что 1-го левела. Ну что, погнали посмотрим, что у нас тут будет. Яр, ну на самом деле, если именно с этого, именно открытия, на этом аккаунте, имею в виду, выпадет легендарка, потому что, камон, это 1-й левел, то есть здесь самая маленькая арена, самый маленький, получается, шанс, и выпадет лего. Ну не, это навряд ли, поэтому погнали открывать, и погнали, собственно, чекать, чё ж, как говорится, гадать, и полетели. Так, голдишка, гоблиносы, печь и... Темный рыцарь доступно, офигенно. Тут на самом деле, ребят, менять вообще никакого смысла не вижу, потому что, как вы сами прекрасно понимаете, тут я ничего не качаю. Ну чё, 7-я арена, магический сундук. Самый, что ни на есть интересный. Я правда охренею, если нам сейчас именно с него на этом аккаунте выпадет лего. Ну чё, погнали. Голдишка, хижина гоблинов, копейщики. 35 карточек тесел, 7 карточек печки. Я... Ну... Вы серьезно? Я реально уже поверил в то, что это легендарка. Игра, ну зачем так делать? Она взяла, просто подробила, ну, просто эпики. Взяла и просто разделила на одного стражика и два дракона. А могла выдать просто все эпики разом и потом легендарку. Ну, спасибо, спасибо, круто. Ладно, пацаны, не расстраиваемся, переносимся на мой 5-й аккаунт и посмотрим, что нас с вами ждет там. Погнали. Ну что, ребята, последняя попытка, просто-напросто последний трай выбить легендарку, поэтому погнали. 5-й аккаунт на вашем экране, собственно, собираем всю вот эту вот мелкую билиберду, также у нас есть тут клановый, 4 из 10, это успех. Короче, друзья, давайте прочекаем, если честно, я уже особо ни на что не надеюсь. Как? Ну как это работает? 4 из 10. Лего падает. Магические сундуки. Не, леги нет. Что это? Как это работает? Я... У меня нет слов. Я не понимаю. Охренеть. Не, ну может аккаунт такой везучий, скажете вы. А может сундуки без легендарок, скажу я вам. Не, ну погнали. Ну, вы это тоже, да, видели сейчас? Охренеть. Друзья, ну, как сказать-то? Это полная жесть. То есть то, что только что случилось, это можно брать. Ну, и как бы... Охреневать, реально. Выпало лего с кланового 4 из 4. 4 из 10, господи. И при этом лего не падает с магического. Ну вот, ну как это работает? Я правда не понимаю. Не, ну окей. Еще один магический, погнали. Голдишка. Немножко варваров. А, бочка со скелетами. 18 ледяных духов. Да нет. И тут нет легендарки. Пацаны. Ну как сказать-то? Типа, легендарку, которую мы в итоге, конечно, хотели выбить, мы выбили. Но ни одной леги с именно магических халявных сундуков нам не дропнулось. А сама лего дропнулась с кланового, который был набит на 4 из 10. Ну на это мои полномочия, все. Друзья, обязательно напишите в комментариях, выпало ли вам лего, потому что у меня такое ощущение, то что Supercell, ну, сделали крайне хитро. Добавили эти сундуки, но немного занизили шанс на выпадение легендарки, потому что, ну, я не знаю, как так могло получиться. На этом, ребята, все. Если легендарка выпала, пишите, что да, она мне выпала, и напишите обязательно, какая. Если легендарки так же, как у меня нет, просто напишите нет. Посмотрим, что кому и как дропнулось. На этом все. Всем до скорых новых встреч. До свидулик, и давайте, ребята, побольше вам лего. Вот таких вот неожиданных. Пока.